Следующая четверка участников – Алиса Гребенщикова и Максим Ставиский против Татьяны Навки и Марата Башарова. Первыми на лед выходят Алиса и Максим. Татьяна Навка и Марат Башаров настолько привыкли друг к другу на льду, что любую женщину, которая берет Марата за руку, он автоматически называет Татьяной. А Татьяна, в свою очередь, любого мужчину, который наступит ей на ногу или подрежет на дороге, называет Маратом. Ну, сначала Маратом и... Татьяна Навка и Марат Башаров. Вот. И нет. Я или... Марат, ну ты ж так выбрасывает. Я тебе скажу, когда выбрось. Прости, пожалуйста. Опять туда же? Да. А? Неделя прошла как один час, потому что времени, как всегда, не хватает. Но мы стараемся, чтобы не ударить лицом в грязь, как мы ударяли раньше. Куда ты прыгаешь-то? Куда ты прыгаешь? А что такое? Ты скажи, что ты прыгаешь-то. Я чуть не обос... Я экспериментирую. У меня очень давно-давно родилась идея объединить в ледниковом периоде мои профессиональные навыки и Танины спортивные навыки. Вот. И мне, потому что у меня мне есть навыки. Конечно, конечно, ты же навыка. Ой, молодец. Опять поехал вокруг меня, потому что... Я не успеваю на такой скорости зайти. Успеешь, успеешь. Очень хочется, чтобы эти соперники, которые нам сейчас достались, нас не боялись, потому что мы выходим на бой с очень неинтересным, легким, простым танцем. Татьяна и Марат выбрали песню Татьяны и Сергея Никитиных из кинофильма «Москва слезам не верит». Все, бабуся, приехали. Да. Я сам терпеть не могу грязной обуви. Мне нет никакого дела до вашей обуви. И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице. А вы что, умеете читать по лицам? Да, причем очень неплохо. Например, я могу сказать, что вы не замужем. Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит. Даже если бы вы носили 3 обручальных кольца, вы все равно не замужем. У вас взгляд незамужней женщины. А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному? Незамужние женщины смотрят... Смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, фигуристки и незамужние женщины. А я милиционер. Вы милиционер? Нет. Ну тогда я фигуристка. Фигуристка? Не-не-не-не-не. Нет, ты работаешь на заводе. Ты мастер. Причем не исключено, что в последнее время тебя стали приглашать в рекламу и продвигать по профсоюзной линии, так? Да-да, что-то в этом роде. Но на «ты» мы еще с вами не переходили. Так давай перейдем. Всего хорошего. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали.
стали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Тебя хоть как зовут-то? Меня? Гога. Как? Можно просто. Гоша. Этого мне еще только не Москва хватало. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Вообще во мне практически нет недостатков. Ну а как насчет этого? Это я обожаю. Но по праздникам и под хорошую закуску. Что ж мы лежим-то? Сейчас Сашенька из института вернется. Быстрее. Ой, а что это вы тут делаете? Мы? На коньках катаетесь. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы не было вначале, удалил он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Я тебя ждала. Спасибо ребятам за номер. Замечательный, лиричный, смешной в меру. Я надеюсь, и вы заметили, и тоже заволновались, когда увидели, что у Тани развязался шнурок, а это же очень опасно. Сама наступит, ладно, а не дай бог наступил бы Марат, и было бы падение, но номер удалось закончить без ошибок. Одна из самых быстрых и техничных пар в проекте «Ледниковый период» этого сезона. И поэтому ребята могут на льду показать все. И поддержка, которую Марат отважился сделать, верхняя поддержка, по-моему, это всего-навсего второй случай за всю историю ледникового периода, или скажем.